Всем привет! Сегодня мы будем рассматривать игру Evil Nun Rush. Это будет новая игра от Keplerians. Смотрите, она еще не вышла. Можно зарегистрироваться. Так, хорошо. Все, мы зарегистрировались. Смотрите, при предварительной регистрации можно получить бонусы от Keplerians. Условия можно также посмотреть. Каждый пользователь получит бонус после установки игры. Так, смотрите. Давайте посмотрим на картинки. Вот первая картинка. Это изображен здесь лифт Evil Nun Rush. Смотрим дальше. Так, а это сам геймплей, да, наверное? Тут мы играем какие-то три карточки. 2 из 5. Ключа, может, 2 из 5 мы собираем, типа, да? И выходим к лифту. Скорее всего, так. Интересно сделали. Какой-то стол. И дальше. Тут у нас Уильям Бисмарк. Синими руками. Вот такие вот картинки. Их всего 3. Скорее всего, скриншоты делали на iPad. Я так думаю. Можно прочитать описание. Так, можно перевести даже. Бегайте, решайте головоломки и узнайте настоящую историю синерукого ребенка Уильяма Бисмарка. Откройте для себя новый и захватывающий опыт вселенной Evil Nun. Проходите игру, сохраняйте свой прогресс. И возвращайтесь каждый день, чтобы раскрыть все секреты прошлого Уильяма Бисмарка. Ребенка с синими руками. С помощью новых повествовательных роликов. Окунитесь в мир динамичных коротких игр, где каждый этаж уникален, а сложность будет возрастать по мере того, как вы преодолеваете головоломки и испытания боссов, которые подготовила для вас Evil Nun. С этой целью помогите себе серией бонусов, которые позволят вам справиться с этими проблемами. В соответствии с вашим стилем игры. Игра, которая будет вас держать в ловушке с контентом, который будет расширяться за счет новых сценариев. Сценариев, головоломок, испытаний и фрагментов истории. Вот, можно зарегистрироваться прямо сейчас и стать первым, кто сыграет в Evil Nun Rush. Кроме того, вы получите специальный приз, когда игра выйдет. Вот так вот. Я думаю, скорее всего, это продолжение Evil Nun Maze. Вот сейчас я вам покажу Evil Nun Maze. Вот. Лабиринт монахини. Тут нужно улучшать навыки и выбираться из новых лабиринтов, спасаясь от злой монахини. А вот Evil Nun Rush это как раз таки продолжение. Тут нужно бегать, решать головоломки и узнать настоящую историю синерукого ребенка. Так, ну и примерная дата выхода игры это 20 мая. Все-таки сюжет такой интересный. Нужно окунаться в геймплей и разгадывать секреты Уильяма Бисмарка, мальчика с синими руками. Так что, друзья, давайте мы на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте видео оценить лайком, подписаться на канал. Всем удачи и всем пока.